также всех депутатов не забывать о реализации наших проектов и обратить внимание на возрождение села. Мне могут возразить, что в районах мало реальных средств и административных ресурсов. Но зато есть человеческий потенциал, а значит, должны быть совесть и неравнодушие в активной работе с населением. Считаю, что надо пересмотреть не только общие планы, но и определиться с личными, не для галочки, не для пиара, а чтобы, перефразируя писателя Островского, не было мучительно стыдно за бесцельные депутатские годы. Надеюсь, что взаимоотношения законодательной и исполнительной власти всех уровней продолжатся на основе взаимопонимания, взаимодействия и взаимоуважения. В минувшем году законодательное собрание рассмотрело почти 1000 вопросов, приняло 173 закона в Ульяновской области, большинство из которых внесено правительством. Думаю, что в силу своей деятельности вы достаточно осведомлены об их содержании и пользе. К тому же, как сказал президент, людям цифры не интересны, им важна конкретная поддержка. Поэтому напоминаю лишь, что ее получили многодетные семьи, инвалиды, дети войны, учителя, спортсмены и другие наши земляки. Законопроекты 2020 года также в основном ориентированы на защиту населения. Мы по-прежнему не будем гнаться за количеством, помню, что закон принимается прежде всего для решения той или иной задачи, а не для статистики. Уже в первом квартале предстоит рассмотреть проект о единовременной денежной выплате в связи с рождением первого ребенка. Запланированы изменения в областные законы об организации обеспечения отдыха и оздоровления детей, о регулировании некоторых вопросов социального партнерства в сфере труда, о наделении органов местного самоуправления, муниципальных районов и отдельных городских округов Ульяновской области полномочиями по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних и другие.